Определены победители конкурса на лучшее оформление фасадов зданий и прилегающих территорий. Конкурсанты отлично постарались и внесли свой вклад в поддержание новогоднего настроения. Об оригинальных идеях расскажет Ольга Черная. Участниками конкурса «Новогодняя фантазия» стали два предприятия промышленной сферы и три учреждения образования. Это территория детского сада «Теремок». Снежные фигуры сооружали все вместе – педагоги, дети и родители. Каждый год в период подготовки к Новому году вместе с родителями мы готовим территорию детского сада. Делаем снежные постройки. Так было и в этом году. Узнав о конкурсе «Новогодняя фантазия», мы решили в этом году участвовать. Постарался поразить членов комиссии коллектив детского сада «Непоседы». На территории учреждения можно увидеть Деда Мороза в санях, запряженных оленями, и ледяную фигуру свиньи, символа 2019 года. Наше учреждение ежегодно традиционно принимает участие в городском конкурсе «Новогодняя фантазия», и в этом году также коллектив очень творчески подошел к этому конкурсу. На территории первой школы силами детей и родителей организовано сразу несколько фотозон, посвященных новогодней тематике. Любой желающий может здесь сделать красивое фото, которое будет напоминать о праздничных днях. Девчонки, пожалуйста, расскажите. Мы собирались классно, собирали все. Это территория Ямал-спеццентра. Работники соорудили сцену, а главные герои на ней – Дед Мороз и Снегурочка. Совсем скоро здесь появится символ 2019 года – свинка. Всем коллективом тут трудимся, украшаем. То есть это много-много лет мы этим занимаемся. Вот. Это наш праздник, Новый год. Городок находится на территории, куда свободный вход запрещен. Однако охране дано указание пропускать всех желающих посмотреть и сфотографироваться. А эта новогодняя фантазия создана силами работников распределительной сетевой компании «Ямал». Энергетики каждый год радуют жителей города яркой иллюминацией. Посмотрели, все нравится, красиво, украсились, старались, молодцы. Будем смотреть, подведем итоги. Конкурсная комиссия при определении победителей оценивала наличие элементов новогодней символики, оригинальность, использование современных светотехнических средств. В результате победителями конкурса «Новогодняя фантазия» в этом году среди учреждений образования стал детский сад «Непоседы», а филиал РСК «Ямал» признан лучшим среди промышленных предприятий. Ольга Черная, Анатолий Шуликов, новости Муравленко.